то пойдем посмотрим, что за этого босса дали. Я хочу сказать, что этого наездника можно убивать, ну, по крайней мере, двумя способами. Убить первую лошадь, тогда дадут вот такой вот цепной клинок. Если первая лошадь падет. А если падет первым сам наездник, я еще не знаю, что дадут. Сейчас посмотрим. Да? Ну, давай глянем. Во! Вот это дают. Альтернатор. Альтернатор. Выпускает огненные шары, 11 штук, которые наносят урон огня в радиусе. Накладывая враги эффект горения, носящий 100 единиц огня в 70 секунд. У меня полно работы. Так, а это вообще... Ага, это пушка, да? Иди уже. Вау, клёво. Клёво. Ну, клёво в смысле тебе? Выглядит клёво. Так, что надо? Ламинит. Железо. Пока. Кованое железо. Это, короче, автомат, но стреляет он холодом. Прикольно. 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 Нужны вещи. Так, что надо кованое железо? Сколько? Допустим, штук 30 купить. Береги себя. Сейчас качну. Попробую на мамах. Наверное, не буду кач записывать, да, потому что ты туда-сюда бегать не морой, ладно. Плюс 10 и последний симулякр надо. Урон 39,2, да? Да отстань ты от меня со своей болтовнёй. Так, что мне надо купить? Ничего не надо, вроде ничего не надо. Денег нет, плохо. Ладно, пойдем дальше. То есть, короче, кого вы убиваете первым, то оружие и получаете. Вот этот хрен стрелял. Ну, собственно, льдом и огнем, правильно? Вроде так. Вроде так оно и есть. И мне дали лед и огонь. Сейчас будем тестить. На подопытных. Подопытные сюда. В кучу. Где они все? Здесь же где-то бродил. Все. Нету. Ну, я так и знал, что фризить будет из-за этого. Но, на самом деле урон-то так себе. Сгорел. Гори. Перестанет, что ли, эту пуху. Так. Рой убрать. Ладно, поставлю это, наверное.
Не, ну ничего так. Пойдет. Фризит только при стрельбе, но я уже привык. Человек такая сволочь, ко всему привыкает. You know? За окном что творится, слышали? Гроза приближается. Короче, сейчас опять окончательно запутаюсь такой. Такой буду запутанный весь. Они прям на автоматы в этом DLC не скупятся. Я, кстати, в основной игре автомат не получил еще нифига. Теперь уже, наверное, не получу. Потому что не факт, что я буду основную игру дальше пилить, хотя посмотрим. Я там все знаю, блин. Уже не так интересно. Здесь все-таки интересно. Новое, что ты ходишь. Лутаешь. Так, здесь я был, да? Враги новые. Интересно. Плюшки всякие, кстати, о плюшках. Он мне талант дал какой-нибудь новый. Подрывник. Урон от взрывов. Мудрость. Урон от стихий. Урон от стихий я, пожалуй, прокачаю. Это хорошая тема. Найти. Сюда. Здесь в канале. А нормального спуска тут нет. Должен быть. Я поищу. Здесь на. Так, а здесь я был? Здесь был, да? Ну вот тебя тут не хватало. Кто меня так... Уже дамажил-то. Сука. Понятно. Блин. Значит, ни одной способности нет. Ну да, да. Тут вот это вот все сейчас начнется. Так, у меня еще и патронов нет. Отлично. А ну-ка, на-ка. Вкуси прелести огня. Жареная крыса. Нелегко было. Вообще нелегко было. Я сама в опупе.
Эти крысы, они страшные. Если нарвешься на засаду. В одну харит нет, конечно, а вот когда... Короче, как обычно, все, что я рассказывал. Так. В общем, этот автомат норм, но он не имба. Хотя вот этот его перк, модификатор... Он такой ничего. Если враг, если враг стоячий, то норм. Ну что, обход пошел, небось. Знаем его ваш прикол. Ну же. Где он? Блин, надеть что ли этот арбалет лучше? Не знаю даже. Я еще туда не пойду. Можно? Нельзя? Как обычно все. У этого автомата есть один недостаток. С задержкой, видишь? То есть патроны медленно летят. Ему, наверное, скорострельность надо ставить. Вот я что подумал. И патронов он жрет немерено, конечно, в таком. Если так стрелять, как я. Да стой спокойно, господи. Бегает куда-то. Зачем ты бегаешь? Все равно умрешь. Колодец. Давайте вход в DLS в новую. Через этот колодец сделаем. Не, не хотите? Так и знал. Так это еще... Еще лаз, что ли, будет? Я что-то не врубился. Я думал, этот на своем коне и был ласт. Судя по всему, нет. Это очень-очень воодушевляет, наверное. Если, конечно, лаз будет не говно полное. Но дело в том, что в приключении это все больше не было, по-моему. Ну или я не нашел, может. Я в приключении доброшел. Вот эту палочку-то мне в приключении дали. Бесполезную. Блин, заспавнился кто-то, зараза. Плохо еще то, что его не станет, это нифига.
Да-да-да, тут вот такая вот печаль начинается, если его не убить. Блин, еще один. У меня патронов нет. Еще там хрюкает. Не нахрюкаются никак. Лол. Ой. Тара-та-тара-та. Ну, я уже где-то близко, походу, да? Сейчас вот хрюкающую еще одного убить, и все, наверное. Что здесь? А. Это ты хрюкала, что ли? Дорога. Или не ты? Что тут за... Так, здесь я был. Пойду посмотрю, кто хрюкает. Ага. Ну, вроде бы все, но странно, что ни одной плюшки не попалось даже. Обычно они не скупятся здесь на плюшки. Видимо, не в этот раз. Если предположить, что это был не ласт. Ой, я даже предполагать боюсь. Тогда ласт будет имба-имбовище, наверное. Логично. Ты что, в костре можешь загореться? С ума сошла? У меня шмот, правда, дерьмовый, но зато он легкий. Я, кстати, в обычном шмоте смог завалить только. В таком зеленом. Шапочка, правда, этого. Воробья. Лол. Так. Мат. Почему здесь... Почему здесь тупик? Почему? А чего? Не понял. Вон чё, тут не все так просто. Я думал, сейчас просто дойдем и ласт. Нет. Тут, оказывается, заморочки и звочки. Вон чё. Ну ладно, мини против. Только вот камушек бы.
Кто-то там шуршит. Долбаная. Готов, Попов. В стране котов. Локи, они как бы похожи друг на друга, но... Чем отличаются? Как это называется? Картографией. Ну, то есть проходы, там, это вот все. Расположение. Видоизмененный. Интересно, как они это делали? Вручную или все-таки автоматически как-то? А, там данж, что ли? Хорошо. Наверное, это хорошо, да? Или надо все-таки пробежать остальное? Наверное, надо. Сходить, посмотреть, что там еще. Только этот данж надо запомнить, он наверху. То потом буду опять полдня бродить в поисках, где был, где не был. Настроили фиг вам. А тут воробей такая приходит и устраивает. Отстрелялась. Стрелялась? И устраивает. Слово забыл. Вандализм. Во. Синее. Хотя бы что-то синее дали, да? Я это, наверное, волью. Хотя вот здоровье может быть лучше. Ну-ка, подожди-ка. Дай-ка я здоровье еще чуть-чуть апну. Так, тут что, тут тупик? Сам.
Ой, люблю вот такие места. Здесь так много лута. Денег. Краши, лавки. Ой. Вот это багованная коробка, кстати. Забыли ее добавить, видимо. Может, специально добавили? Типа рандом, рандом. О, великий рандом. Силы великого рандома. Как я забрел уже так что далеко. Только не гори, ладно, Гек? Оно тебе не надо. Я тебе точно говорю. Текс. В этих, конечно... В этой в этом колхозе заблудиться можно. На изи. Но слушай, ну это куда-то еще дальше, наверное, надо данж понюхать, пойти тогда. Дело в том, что если я из данжа вылезу, я потом куда пойду, хрен его знает. Ну ладно, пошли данж нюхать. Я думал, тут конец Локи. Не, посмотрим, что за данж. Интересно, а почему в приключении этого нет? Там ресам только и все. Обычно же приключения полностью локу ребутит. Ну, это странно. Может, я просто не нашел, не дошел. Может такое быть? А, ну вот, да, эту лодку я помню. А эту лодку не кладем. Подожди. Сейчас посмотрим, что там за туманом, за рекой. Там за туманами. Тенями пьяными. Там за туманами, босик наш родной. Там за туманами. Да-да-да, пьяными. Так. Блин, ни одного симулякра не дают, заразы. Ну, хоть бы один дали. Мне вот как раз он нужен. Мне тут интересно, а у этого пулемета какой урон? Ну, то есть, стихийный или не очень? Может, лучше скорострельность поставить? Ну, так получше, да. Влилось в него. Найс.
Копье судного дня. А, ну вот эту локу я, кажется, помню. Она, правда... Не, ну вообще вот это вот, вот эту яму я помню. А локу... А локу так себе. Тут сейчас вылезет медвежонок. Блять. И он, сука, страшный. Потому что ваншотный. Если медвежонку угодить в объятия, то все тренда. You dead, you know. Сначала тут так все мирно ходишь, лутаешься, потом из угла. И начинает свой канал вот это вот. Со всех сторон. На тебя всякие. Вон, вон, вон. Вот это тоже страшный, кстати. Зря его сокрыл. Было облутаться сначала. Ядрёна мож. Надо было локу сначала изучить, потом уже агрить всех. Блин, зря я так поспешил. Ладно. Короткими очередями надо стрелять. Понятно? Тут, кстати, FPS нормальный. Не проседает даже. Бля, да как нахуй? Сейчас было так максимально глупо. Просто максимально. Максимально глупая смерть. Я пошел. Не нравится, сука, мои турельки. Вот так вот. Нелегко было. Вообще нелегко. Турель аж покраснела там. От нагрева, ёптать. Блин, вот этих лучше не агрить, наверное, да? Как их не агрить вообще-то? Не агрить не получится. Он бомбами кидается. Вот такими.
Дай еще хпшечки. Мне понравилось. Я точно хпшечку качаю. Здоровье. Еще где тут? Не, прям, ну, пушка нормальная, нормальная. Справилась. Справилась. Давай, пей водичку. Пушка пойдет. Особенно если не фризит во время стрельбы. Когда? Особенно если когда не фризит. Вот я что хотел сказать. Слушай, ну тут вообще, тут еще больше лока. Возможно. Так, понятно. О, это я, наверное, зря сюда залетел так. Да-да-да. Бля. Эти самонаводящиеся шары. Просто отличная тема. Ну, не имба, конечно, пушка все-таки. Особенно если стрелять как я, вообще не имба. На-на. Как ты выжил-то? Пришедший из огня. Нелегко было. Ау. Зараза. Девонька, беги, пожалуйста. Да, еп. Да перестань. Блин, что-то я очень плохо начал это место. Я, наверное, дальше и не пройду. Да ну, собака, смотри. У них тоже какие-то пушки интересные. Автоматы какие-то. Как мне такой получить?
Возможно, тут надо поменять все-таки пушку. Почему не стреляют, интересно? Что за оружие? Она в воздухе замерзла. Серьезно? Или это просто баг? Все может быть. Сусать. Выкуси. Блин, долго на этом пистолете стакается эта фигня. Прыгает, блин. Прям не успевает. Ау. Понятно. Слушай, ну, надо, наверное, оружие менять все-таки. Сложно здесь себе с этими девайсами что-то. Не видно еще никого. Прячутся все заразы. Сука. Не, ну тут надо броню, конечно, другую одевать. Че я хожу как лох. Урон от модификатора. Хорошая, конечно, пушка, но... Ладно, пофиг. Может быть, вот это заменить чем-нибудь, а чем? Допустим, урон от стихий. Как тебе, урод? Не, я тут был уже, что ли? Как ты не помер-то?
Не хватило тебя? По своим правилам не заставите играть. Это бесполезно. А, блин. Дальше еще будет жестче, я знаю. Дальше можно и вообще не пройти. Ну хотя бы медвежат нету. Мне очень на руку, мужик, что ты в столб стреляешь, you know? Да ёб твою мать, как ты так-то попал? Смотри, он через забор попадает, зараза. Побежала! Пиздец, я застрял. Блин, ну вы чё творите-то, ну? Ну, блин, ну ты либо упади, либо не упади. Ох-ох-ох. Там еще шмаляет. Не, вы все-таки жирные. Этой пушкой хреново убиваетесь. Что с... Нахрен. Так, нет, я туда не пойду.
Оно как бы не то чтобы совсем плохо. Но такое. Блин, не обойдешь нафига. Да как ты? Скотобаза. Не попадал, не попадал через забор, тут нате попал. Ну ладно. Не, ну урона мало-мало. Блин, у меня патронов нет, офигеть. Надо идти покупать. Чё я тут без патронов сделаю? Я без патронов не люблю гулять. Они, конечно, падают, но это все равно не тема. Блин. Да, у меня патронов нет. Пойду я, короче, отсюда. Так вот, только тут куда идти-то? Скажут, нельзя, да? Ну да. Вообще патронов нет, ни одного. Ладно, пойду патронов куплю и продолжим. Я как-то вообще привык с арбалетом бегать, конечно, но... Пулемет для этой локи, он не особо подходит. Потому что, видишь, во-первых, они не станутся. Этим пулеметом. И это плохо. И бегают. Поэтому тут точечный урон, он предпочтительнее. Слишком много времени уходит, чтобы завалить одного моба. Ах ты собака.
Лечись, не к добру. Не к бобру, не к бобру это. Хотя, конечно, надо приноровиться. Может, не все. Может, не все так плохо. Не успел. Не успел, не успел, лох. Добей, добей его, добей, добей, добей. Угу. Хорошо. Хорошо. Нелегко было. Вообще нелегко. На, медик. Ну, приноровиться надо к таймингам оружия, к ко всему вот этому вот. Рюкзак забит. Так, вот тут бочку. Где она? Что-то хреново впитывает урон. Чё, ты что там в текстуру залипла, что ли? Кто еще? Ай-яй-яй. Че он там застрял? Сюда подошел?
самая плохая позиция. Блять. Да, зараза ты. Хрен быстро пройдешь здесь. Пробежать здесь тоже не получится. Ну, может, получится, конечно, но у меня не получилось. Я пробовал. Так, эта бочка нам не нужна тут. Забей просто. Такие войны. Ой-ой-ой. Это, короче, обходной путь, что ли? В этом колхозе. Блять, опять окружают собаки. Не люблю делать. Блин, а я куда-то не туда побежал. Блин, зараза. Блин, я горю. Эти с трех сторон собаки. Они косые, правда? Автоматиками. Так
у меня патроны кончаются. Блин. Под перекрестным огнем стоять такое. Ой, это я зря. Кнопки перепутал слегка. Ой, я зря кнопки перепутал. Слышится ли? А чё она сдохла так быстро? Турель все-таки рулит. Ну, я так полагаю, еще один мини-босс и наверное, я куда-то дойду. Вон и Мишка. Мишка, где твоя? У Мишка. Где он? Так, турель не настакана. Плохо. Справилась, ты справилась, но там Мишка. Он опасный. Опасный тип. Очень опасный. Его надо как-то аккуратненько пройти, чтобы не помереть. И все.
Так, и это тоже не настакано, да? Да-да-да. Я знаю, ты страшный. Патронов нет, и дрела мать. Нет, только не умри, пожалуйста, не надо умирать. Разы. Справилась. Не хватает места. Жесть. Готов в стране котов. Ладно, не буду пока ничего тратить. Не, еще кто-то есть, смотри. Кто-то урчит. Большая локо здесь. Я, ну, может быть, зря в данж не пошел. Ну теперь уже, все, ага. Так, сзади что? Надо сначала зад проверить. Путь отступлению Ядрёна. Чуть язык не сломал, пока это выговаривал. Так, турель одна есть. Этот стак есть, ага. Хорошо, ставим турель вот здесь. Идем. Ха-ха-ха-ха-ха. Главная тактика. Тактика рулит.
Хоть какая-то. Хоть какая-нибудь тактика. Так, турельку настакали. Что с патронами? Патронами норм. Не, ну норм дылк, все такое большое. Большое, я бы сказал. Но это, по-моему, вот я к посту иду. В данж я напрасно не пошел. Ну, кто бы знал. Кто бы знал, кто бы знал. Но в данж схожу. Не прямо сейчас, потому что надо дойти. Здесь, наверное, контролька будет. Вообще, с этими боями не замечаешь местных красот. А локота прикольная. Ну да, вот... А, нет, тут контролька. Угу. Так, ну ладно, это вы почитаете, если сами. Копье судного дня. Ну, я тут запись остановлю, продолжим в следующей серии. Пока-пока.